Праздник двух святителей Николая и Спиридона отметили в Николо-Сольбинском женском монастыре. О торжестве, когда православная церковь отмечает память двух так любимых на Руси святых, сюжет из древней обители. 11 августа Русская православная церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца. Этот день менее известен, чем два основных праздника этого святого – 19 декабря и 22 мая. Причиной этому является то, что празднование Рождества святителя Николая было возобновлено всего 20 лет назад. Во времена правления императрицы Екатерины II общецерковное празднование Рождества святителя Николая в России было упразднено, потому что оно отсутствовало в месяце слова других поместных православных церквей. В 2004 году патриарх Московский и всея Руси Алексей II благословил при желании настоятелей храмов и прихожан возобновить празднование Рождества святителя. В Николо-Сольбинском монастыре Рождество святителя Николая – это престольный праздник. В этом году он совпал с воскресным днем. Накануне было совершено всеношное бдение, а утром – божественная литургия. Но в этот день совершается и еще один особенно почитаемый на Сольбе праздник – память чудесного спасения острова Корфу святителем Спиридоном Тримифунским от турецкой осады в 1716 году. В этот день на Корфу бывает торжественный крестный ход с мощами святителя Спиридона, а в Николо-Сольбинском монастыре в честь этого угодника Божия воздвигнут прекрасный храм, где по его молитвам и ныне происходит множество чудес. Надеемся, что такой особенный день почитания двух святителей, Николая и Спиридона, скорых помощников и молитвенников за всех обращающихся к ним, со временем станет более известным и любимым праздником для православного народа.